готов со мной эту песню пой. В избушку. Она маленькая. Ну и что? Вот сюда сядь, я тебя сфотографирую. Всем привет, мы гуляем в парке, я болею. Вот, почему я и не снимаю в основном, ну, уже хотела отснять видео немножко. Вот, в парке гуляем. Так и горки, и Данька набеговели. Скатывается, я за ним бегу. Да. Классно. Смотри, как классно, да, здесь? Нет, смотри просто, как классно. Макс искупался. Да, Макс? Папочка, надо сфоткаться. Идем по каким-то типажам, решили срезать. Давай. Вот здесь красиво. На беговеле сложно ехать, да? И комары кусают. Давай едь, а так... Мы идем. Это другая, значит, нет? Или это же? Это шашлыкалина с берега. Шашлыки? Вот, и... Сколько прошло? Сказали, минут 20, я не буду готова. А мы уже, наверное... Сейчас с лишним гуляем и только идем. Они, наверное, холодные. Все, мы сидим. У меня такой голос смешной, я прям не могу. Как эта актриса, как ее там забыла. Реально забыла, но вот мой голос ее напоминает, мне кажется. Я набрал шишек. Самое вкусное, что может быть. Лучше, чем шишек. Шишка, мишка. И там куча всего. Шашлык 200 грамм, 300 рублей. Это очень дорого, это 4 кусочка. Вот, а кукуруза 100 рублей. Кукурузу я вот кайфанула, поела. Вот. А шашлык прям вообще дорого, я считаю. Идем на площадку, еще Даня погуляет. И пойдем домой. Там кто? Ты заходи, если и чё. И там кто-то. Куча всяких, да? Идем. Черепашка. Ага. Сколько тут граффити детских. Да, Макс? Ой, эти. Ты че обо мне прыгаешь? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Там Макс прокатился, Даня на паровозике прокатился. 8 часов, и мы пошли уже домой. Вот. Еще, кажется, люди с ветрянкой прошли, я ветрянкой не болела. И мне прям вообще не нравится. Ребят, всем спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели это видео до конца. С моим замечательным голосом я хочу попрощаться. Всем хорошего лета, теплых денечков, много не купайтесь и не болейте. Всем пока-пока.